После многих лет исследований и разработок мы с гордостью представляем серию средств для маникюра компании Clearance. Серия была разработана с использованием самых передовых мировых технологий и включает в свой состав высококачественные парамедицинские компоненты, гарантирующие моментальные и эффективные результаты. Серия средств по уходу компании Clearance является самой качественной и безопасной в Израиле и за рубежом для обработки кистей рук пациентов с сахарным диабетом. Эта серия стала серьезным прорывом в достижении идеального результата в уходе за руками. Этап первый. Лечебное мыло. Вымыть кисти рук лечебным мылом компании Clearance. В состав мыла входят антисептические и антибактериальные компоненты, тщательно очищающие кисти рук. Данные компоненты не сушат кожу, не вызывают ее раздражения и создают подходящий кислотно-щелочной баланс pH для начала обработки рук. Этап второй. Средство для удаления кутикулы. Нанести на пальцы рук средство для удаления кутикулы. Шаг третий. Компании Clearance. Через 30 секунд отодвинуть излишки кожи с ногтевого ложа маникюрной лопаткой и удалить их. Обрезание и шлифовка ногтей производится для получения идеального результата в процессе удаления кутикулы и максимального очищения ногтевого ложа без излишков кожи. При этом коже не наносятся травмы, возможные при использовании острых инструментов. Этап третий. Лечебное мыло. Вновь вымыть кисти рук лечебным мылом. Шаг четвертый. Компании Clearance, чтобы нейтрализовать остатки активных компонентов, очистить и продезинфицировать руки, восстановив кислотно-щелочной баланс pH для последнего этапа. Тщательно осушая кисть руки, мастер маникюра одновременно проводит окончательный ее осмотр на предмет выявления слоящихся ногтей, ногтевого грибка, кандидоза, экземы или особой сухости кожи. При необходимости пациенту или пациентке должны быть даны рекомендации по решению той или иной проблемы в домашних условиях. Clearance Active Nail Solution. Для лечения ногтевого грибка, кандидоза, экземы кистей рук и стоп. Clearance Nail Hardener для лечения слоящихся и потрескавшихся ногтей. Нанести на ногти лечебное укрепляющее средство для ногтей компании Clearance. Средство предназначено для оздоровления как слоящихся и потрескавшихся ногтей, так и ногтей здоровых. При необходимости нанести лак. Этап четвертый. Лечебный крем-пилинг. Массаж кистей рук с использованием крема-пилинга. Шаг пятый. Компании Clearance, обогащенного витаминами B5 и E для защиты и увлажнения кожи. Лечебный пилинг предназначен для удаления остатков кожи и ороговевших клеток. Пилинг обогащен микрочастицами, которые шлифуют и разглаживают кожу, одновременно удаляя мертвые клетки.